говорит, верно? Я про него. Он в одиночку напал на раскоп нацистов за городом. Там работает мой брат. Он сказал, когда ты ушел оттуда, нацисты очень заторопились. Они положили в ящик что-то большое и перевезли его в город. Давай же, нужно все собрать. Доктор Александров сказал, что нацисты будут здесь с минуты на минуту. Притормози. Они еще пока не ломятся в двери. Это лишь вопрос времени. Рад вас видеть, Биджей. Вы не поверите, сколько всего эти тулицы понаписали. И, конечно же, мне придется все это переводить. Дикие существа, которых вы видели на подземной базе, это гемайн. Нюхачи, как их называют нацисты-охранники. Они появились в результате экспериментов с тулийским порталом. Они могут чуять энергию черного солнца. С их помощью нацисты отбирают чистейшие из производимых кристаллов. Объект, обнаруженный вами под фермой, использовался нацистами, чтобы выращивать такие кристаллы, как у тебя. К счастью, их искусственные кристаллы оказались намного слабее. Мы до сих пор не знаем, зачем они им понадобились, но хорошо, что их усилия пошли прахом. Вы отлично справились, агент Блажкович. Агент Блажкович, я просил вас всего лишь освободить наших собратьев, а вы разгромили всю базу нацистов. Но ваша миссия увенчалась успехом. Поэтому я хочу снова прибегнуть к вашим услугам. Медсестра, которая работает на нас под прикрытием в госпитале неподалеку, говорит, что с тех пор, как это место захватили нацисты, там происходит что-то странное. Выясните, что там происходит. Я обозначил место на вашей карте. Постарайтесь не уничтожить его тоже. Удачи вам в выполнении задания. Укрытие! Я из Золотого Рассвета. Нужно поговорить с вами. Слушайте, несколько моих соратников попали в плен. Их допрашивают. Они не бойцы, агент Блажкович. Им нужна помощь. Штаб отмечен на вашей карте. Проберитесь внутрь и найдите их. Thank you.
Так ли тут американец, которого мы ищем нацисты? Добро пожаловать в Айзенштадт. Просто от него осталось. Гражданские прячутся по домам. Нацисты на каждом углу. Еще безымянные твари ходят по улице ночью. И все из-за генерала Цельсия. А мне так давно пора всадить эту мультфильму пулю в голову. Друг мой, поймите, что я не хотел бы вас мучить. Постарайтесь понять. Я сделаю все возможное, чтобы узнать о делах Золотого Рассвета в Айзенштадте. Конечно, вы будете держаться и сопротивляться мне из последних сил. Другого я и не жду. Но уже очень скоро я сломлю вашу волю, как ломаю тело. В итоге вы расскажете мне все, что я хочу знать, умоляя о смерти. С докладом прибыл. Вам удалось захватить агентов Золотого Рассвета? Так точно. Бой был непростым. Их не били, сержант? Никак нет. Пальцем не тронули. Как приказали. Зергут. Пленников отведите на фабрику. Я поговорю с ними, как только завершу эту дружескую беседу. Агенты Золотого Рассвета обладают огромной силой воли. Однако во время продолжительных допросов нами была получена информация, подтвердившая наши подозрения. Американец, находящийся в данный момент в Айзенштадте, это тот же шпион, который помешал созданию суперсолдат, а также сорвал операцию «Возрождение». Уверен, продолжая допрос агентов Золотого Рассвета, мы сможем выяснить местонахождение американца. Укрытие! Маннибен! Граната! Не останавливаться! Осторожно!
Ваш приказ взять в плен агентов Золотого Рассвета был просто гениален. Они умеют противостоять нашим методам ведения допроса, но я уверен, что через некоторое время все же сломаются. Тогда наши книжники получат всю информацию, скрытую в глубине их сознания. Естественно, они лишатся рассудка, но таковы реалии военного времени. Ваша пехота оказалась не в силах справиться с Янки. Следует немедленно направить в бой элитное подразделение, а также увеличить количество книжников. Этот шпион становится центром сопротивления. Его нужно остановить любой ценой. Что, смерть все ближе, Янки? Я знаю, что ты здесь, Янки. Что, смерть все ближе, Янки?
пошли! Макслер! Меня попросили освободить троих агентов Золотого Рассвета, захваченных эсэсовцами. На базе СС в историческом центре я узнал, что пленников держат на заброшенной фабрике, принадлежащей отделу паранормальных исследований. Страшно представить, какие методы допроса могут там применяться.